Блейд близко. С той самой минуты, как Marvel Studios объявили на Комик-Коне в Сан-Диего о том, что звезда фильмов «Лунный свет» и «Настоящий детектив» Махершала Али будет лицом перезагрузки фильма по комиксам «Блейд», фанаты задумались над тем, как актер может выглядеть в образе легендарного вампира-убийцы. Что ж, им повезло. Мастер фотошопа и известный фанат Marvel Boss Logic недавно создал версию Блейда с лицом Али, которая еще больше повысила шумиху вокруг фильма. На представленном на странице Boss Logic в Инстаграме арте Али показан в образе Блейда, у которого в одной руке ружье, а в другой фирменный меч с гравировкой, плюс красная версия его культовых солнцезащитных очков. В соцсетях фанаты сходят с ума от этой насыщенной красно-черной версии Блейда, а бесчисленные пользователи интернета высоко оценивают работу Boss Logic. Он, вероятно, черпал вдохновение из существующего образа, потому что его арт слегка похож на промо-фотографию оригинального актера Блейда Уэсли Снайпса. Он взял ее за основу для арта и наложил голову Али поверх Снайпса, немного поиграв с картинкой в целом. Тем не менее, его арт весьма крутой, а его навыки фотошопа подарили фанатам образ, который выглядит изящно и жутко одновременно, как и должно быть у Блейда. Но Boss Logic был далеко не первым, кто создал фан-арт про новую версию Блейда, который скоро войдет в киновселенную Marvel. Один художник, Голди Арвер, создал серию великолепных концепт-артов Блейда Али с клыками, убийственным костюмом и очками в круглой оправе, в то время как другой фотошоп-мастер Apex Form представил его с горящими красными глазами, темным бронежилетом и двумя мечами за спиной. Но, кстати, даже этот арт был не первым созданным Boss Logic'ом. За 5 месяцев до того, как Marvel объявили о перезагрузке Блейда и подтвердили, что Али будет играть главную роль в этом фильме, Boss Logic сделал картинку, на которой Али был в образе Блейда. У него много татуировок, клыки, светоотражающие солнечные очки и меч, вложенный в ножны за спиной. Понятно, что почти все сходят с ума от того, что Али играет Блейда в предстоящей перезагрузке, однако на первых порах были разногласия по поводу кастинга Али, но только потому, что поклонники Блейда 98 года надеялись, что прежний актер Уэсли Снайпс хотя бы частично будет вовлечен в новый фильм. К счастью, эта волна критики угасла, когда сам Снайпс выступил с комментариями по поводу выбора Али на роль. Актер поделился в заявлении для comicbook.com, что он понимает, почему Marvel выбрали Али на роль Блейда, а не его. Это просто природа шоу-бизнеса. Он также высоко оценил Али и сказал, что если кто и должен пойти по его стопам, то это должен быть именно он. Актер сказал: «Хоть эта новость и стала сюрпризом, все хорошо. Это просто бизнес мира развлечений. Мир всей команде КВМ, вечный фанат. Салам и мои поздравления Махершалу Али, прекрасному и талантливому актеру, чье творчество будет радовать меня в ближайшие годы. Иншалла, мы обязательно когда-нибудь поработаем вместе. Добро пожаловать в клуб дневных бродяг». Фанаты чуть ли не пьянеют от предвосхищения увидеть версию Али на большом экране, и пускай этот арт Boss Logic'а немного удовлетворил потребности фанатов, ничто не сравнится с тем, что будет. Marvel еще не объявили дату премьеры нового Блейда, поэтому пока что фан-арт Boss Logic'а — это все, чем можно довольствоваться. Посмотрите новые видео на нашем канале, к тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео.